В Запорожской центральной библиотеке имени Крупской открылся центр публичного доступа ко всемирной сети интернет. В феврале текущего года это заведение победило во втором раунде конкурса по организации новых библиотечных услуг программы «Библиомост». Подарком стал комплект современного компьютерного оборудования и подключения к сети. Несмотря на популярность интернета среди населения, книги никогда не отойдут на второй план, уверены работники библиотеки. Говорят, уже сейчас здесь не протолкнуться. И увеличилось количество читателей, и намного расширился ассортимент тех запросов, которые они хотят получить от нас. Поэтому это была очень острая необходимость. Ой, це актуально, и це потрібно всім нам. Я вже вмію включати, виключати і війти в інтернет. Ще не досконало, але буду старатися.